Вы смотрите видео об отеле Джезера. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Джезера расположен в стране Словения в регионе Озера и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. Озеро Бахинь. Небольшой уютный отель на берегу озера Бахинь. Хороший номерной фонд, условия для отдыха с детьми, до канатной дороги около 5 километров. Для активного спортивного отдыха. На территории отеля имеется крытый бассейн 16 метров на 4 метра с террасой, клубный зал, парковка. Два ресторана, аперитив-бар, кафе, таверна. В номерах есть балкон не везде, телефон, телевизор спутниковая, ТВ-мини-бар, ванная комната душем или ванная и туалетом, фен. Номерной фонд отеля состоит из 5 номеров Suite Superior. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть сауна, солярий, зал Витавин вместимостью 60 человек, тренажерный зал, настольный теннис, два теннисных корта, оснащенная стена для альпинистов. Для детей есть игровая комната, няня по запросу. Туристы пользуются городским пляжем курорта. Год постройки гостиницы – 2008. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.